Здравствуйте! В прямом эфире «Азов.Инфо» в студии Анна Рыбась. Сегодня в программе. Жалоба жителей дома номер 21 по улице Чехова. Азовский суд вынес приговор жителю села Самарского Александру Шевченко, который подозревался в убийстве и расчленении родной сестры. Почему в Азове много комаров? Жители дома номер 21 по улице Чехова обратились в нашу редакцию с жалобой на проблемы с кровлей. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В нашу редакцию с просьбой о помощи обратилась жительница дома по улице Чехова 21 Анна Пака. Дождь только прошел, казалось бы, крышу покрыл, дождь прошел, да? Опять у меня в кухне по периметру отошли обои. Масса документов, обращений в разные инстанции, как считает Анна Михайловна, результатов никаких не дали. Она боится, что при первых дождях снова в квартире будет потоп. Теперь пишу жалобу на Асееву, да, что проживаю на 9-м этаже с погодными условиями, протекла крыша. Уставицкий отвечает, что денег нету. Ну и вот просьбу мою удовлетворить. Вони беруть эту жалобу и пересылають у Ростов в жилищно вот эту комиссию. Но ответа пока нету. Волнует Анну Михайловну и мусор на чердаке, оставленный после ремонта. Как пояснил управляющий ТСЖ Георгий Уставицкий, строители продолжат ремонт в соседнем доме и затем вывезут весь мусор. Кроме того, наша съемочная группа побывала на крыше дома и увидела недавний ремонт. Комментарий по поводу выполненных работ дал управляющий. Ремонт уже сделан. Ремонт очень тщательно сделан, проверено, подписано и... Крыша уже не течет. Это проверено вот в последний дождь. Конечно, ТСЖ работает всего 2 года. Наследство от предыдущей управляющей компании досталось не в лучшем виде. Приходится пока латать дыры. Но работы ведутся. Надеемся, что у жителей дома хватит терпения. А ТСЖ продолжит решать проблемы дома номер 21. Валентина Сираж, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Почему в Азове много комаров? Этот вопрос сегодня волнует каждого жителя нашего города. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Несметное количество комаров атаковали азовчан в этом году. Если раньше кровососущие насекомые нападали только вечером, то сейчас даже днем не удается избежать встречи с ними. В последнее время их очень много, особенно после дождя, влаги. Везде просто житья от них нет. Очень много. Раньше травили, а сейчас я не могу понять, почему-то не травят, что ли. Мы внизу живем, где Азовка. А как вы думаете, с чем связано, что их так много? Потому что не травят, наверное, поэтому. А как вы с ними боретесь? Мы как боремся? Раптор. Помогает? Ну, в доме, да, а на улице нет, а на огороде нет. И вот спираль не помогает. Под вечер, с 7 часов где-то вот так начинаем. Как боретесь? Да как, прячемся, да и все. Стараемся вечером не выходить. Ну, выходить или там одеваться так. Ветровки, чтобы руки не открытые были, не кусали. А в доме сетки ставим на окна, открываем. А так жарко, и комары кусают. Это невыносимо. Особенно мы в Красногоровке, я говорю, дочка живет. Это целый день. Забито. Говорили, что травить будут. Но вряд ли это травили, короче. Море, даже днем, не говоря уже о ночи. А как боретесь? Ну, это самое, есть такие эти самые спиральки. Зажигаем, если это. А или это самое, пшикаем этим, ну, какое-нибудь средство от комар. Ну, они не помогают. Ну, что там, на 10 минут от силы. Очень много комаров, невозможно выйти на улицу. Хочется в любимом городе погулять, а нет возможности, потому что комары просто
загрызают. Полной. Они ходу не дают никакого. По поручению первого заместителя мэра Азова Анатолия Кравцова, данного на планерном совещании службы жизнеобеспечения, протравить комаров должны уже до конца недели. Мне не нужно рассказывать, сколько живет комар, 7 суток или 6 суток, дай ему Бог, пусть он живет. А чтобы он не жил, значит, до конца этой недели вы заключите договор с азовской компанией, так, и протравите до конца недели. Запишите это в протокол, не надо с ними там разговаривать, выяснять их агломерации, где они живут. Вы их травите, а не где они. Вот где выделили они живут, вот там их и травите. По словам главного санитарного врача города Андрея Глухова, травить нужно как личинок, так и крылатую форму комаров. Работы будут завершены в ближайшие 2 дня. Евгения Симакова, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В доме по улице Ленина, 144, произошел пожар. Выгорело 50 квадратных метров кровли. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет. Родственники хозяев дома помогают наводить порядок. Жена говорит, что ты цветы поломал, милая моя, да что такое цветы? Велосипедист 1999 года рождения пострадал в автомобильной аварии, которая произошла в Азове по улице Победы. Выполняя левый поворот, водитель автомобиля «Пежо» допустил наезд на ребенка. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу номер 1. В Малом зале городской администрации состоялось заседание постоянной комиссии по жилищному хозяйству и экологии городской думы Ростовской области. В составе комиссии 3 депутата, которые были правомочны решать поставленные вопросы. На повестке дня вопрос об организации в границах города Азова электро-, тепло-, газа- и водоснабжения. Избранники народа приняли проект за основу. Подробности заседания вы узнаете завтра в выпуске программы «Азов.Инфо». Десять лет колонии строгого режима. Такой срок назначили суд жителю села Самарского Александру Шевченко, который признан виновным в убийстве и расчленении родной сестры. Последнее слово обвиняемого в убийстве и расчленении родной сестры жителя села Самарского Александра Шевченко было долгим. Подсудимый старался защитить себя, но делал это так, словно прощался с жизнью, вспоминал важные моменты и подводил итоги. Меня только обманывали. Предавали. Я никогда никого не предавал. И вот так. Он, сестра Любовь, в убийстве которой обвиняют, и еще одна сестра Ирина представляет интересы потерпевшей в суде, когда-то были настоящей семьей. Александр Шевченко вспоминает, всегда помогал родственникам. Был случай, Любовь чуть не утонула в реке. Я кинулся, вытащил, помог. Опять-таки пришлось ударить, накричать на нее. Она плавать не умеет, кричит. Разлад в семье, как считает Александр Шевченко, начался 12 лет назад, когда умерла их мать. По завещанию родительский дом достался Любови, и другой сестре решение не очень понравилось. Сашка, как я ненавижу мать? Я у нее спросил, говорю, за что? Кому она дописала роддом? Я говорю, кому она должна была писать? Тебе что, деньги не нужны? Александр Шевченко отказался ввязываться в жилищный спор. На этом проблемы с родственниками не закончились. Разрушилась его собственная семья. В чем причина, подсудимый не говорит. Он ушел из своего дома и стал жить у сестры, в убийстве которой его впоследствии обвинят. Что послужило мотивом? Ссора? Жилищный вопрос? Незадолго до преступления сестра отказала брату в прописке. Подсудимый говорит, он не убивал, расчленил тело из страха. Свою вину не признаю. Я ей не убивал. Я могу прямо смотреть на то. И сестре, и всем окружающим. И вам, адвокат. Вы не разобрались. Александр Шевченко смутно помнит события рокового дня. Я проснулся. От того, что какой-то сквозняк и кошка на грудь мне придет. Думал, что как приснилось, как будто полутный раз. Встал, дверь открыта. Включил свет на лежание. Кровь, вот это вот все, крови в нем, есть кровь в нем. И руки вот так вот, и дверь вот так вот она лежит. Вот я подумал, что кто-то ее. И понеслась к плане по мне. Если суд признает его виновным, он будет обжаловать приговор. Где эта тюрьма, где я? Я место там не могу найти. И не найду я его там.
Сестра Ирина после выступления обвинит брата во лжи. Проклинаю тебя на всю жизнь. Не проси меня, не проси. Потому что ты врешь. Врешь, я сказала. Врешь. Да, перекрестилась. Случайный гость заседания «Друг детства», тезка Александра, недавно вернулся в родные края из другого города, не верит в обвинение. Я никогда не поверю, что мог это сделать, потому что его родился тоже в Самарском, я родился так. И я с ним до 5 лет. Мы бегали по песочку, по улице, все. Тетеру еще, помню, рвали с дерева. Вот. Он детей учил в Доме пионеров, авиамодализме. Потом суда делал все это. И он такой, и сколько я знаю, он всегда к сестре хорошо относился, к жене тоже, к детям хорошо относился. Внезапная память о детстве, наверное, знак. Никогда не забывает самые светлые моменты жизни и почаще к ним возвращаться, чтобы не ходить по страшным мукам немыслимого. За все время 4 раза только приехала. На могиле отца рано нет. Анастасия Дичко, Александр Истомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди новости спорта с Александром Истоминым и прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Первого июня ясно. Температура днем +29, +31. Температура ночью +22, +24 градуса. Ветер переменный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 83%. Уровень воды в реке Дон на 70 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке Дон +24 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Восход солнца 5 часов 26 минут. Заход солнца 21:21.